Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, її ведучий Дмитро Василесій. Сьогодні у нас в гостях адвокат Валентин Рибін. Вітаю вас. Добрий день. Я знаю, що ви ведете дуже резонансні справи, і от остання справа, я так розумію, була така дуже така напружена, це щодо співробітника СБУ. Розкажіть більш детально, що там коїться, що там, які там є важкі моменти, і чому наразі такий резонанс саме до цієї справи? Ну, на самом деле, для меня это дело тоже является пилотным проектом. Я ранее никогда не представлял в уголовных процессах потерпевших. В основном я работаю со стороны защиты и защищаемся от обвинения. В данном случае ко мне позвонил житель Авдеевки, друг погибшего, и попросил меня принять участие в данном уголовном деле на стороне потерпевших. Суть дело заключается в том, что в марте 2017 года сотрудник службы безопасности Украины майор Федорчук при соучастии еще двух военнослужащих выкрал, а затем убил мирного жителя Авдеевки Владимира Еремина. Ну, да, без суда, без следствия. Просто... Абсолютно. То есть это было абсолютно циничное убийство. После этого, через 10 дней, я хочу отметить, тело Еремина оставили в придорожной полосе, выкинув из машины. После этого, через 10 дней, тело было найдено. И проведенными оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, кто, когда и каким образом совершил это убийство. Майору Федорчуку, который проходил службу в регионе проведения антитеррористической операции, было предъявлено подозрение, и в отношении него нужно было избрать меру пресечения. Так вот, уже 16 марта во время рассмотрения Дружковским городским судом ходатайства 2017. Угу. Сейчас пока речь идет о 2018 году, это именно о совершении данного убийства и о том, что происходило в короткий промежуток сразу после убийства. Так вот, майору Федорчуку предъявили подозрения и обратились в суд. Военная прокуратура обратилась в суд, Дружковский городской суд, с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. И вот на суд явились высокопоставленные чины из службы безопасности Украины и провели соответствующую воспитательную работу с председателем суда Дружковского городского по фамилии Малибога, который, рассмотрев ходатайство, удовлетворил его, постановил содержать Федорчука под стражей, но абсолютно без мотивировки, абсолютно без объяснения причин, установил сумму залога Федорчуку в размере 300 тысяч гривен. Угу. Эта сумма была внесена буквально в течение 2 недель, и с тех пор Федорчук находится на свободе. Изюминкой данного процессуального решения является то, что Федорчук по сей день даже не был отстранен от несения службы. Он не был выведен в распоряжение. Первые лица в службе безопасности Украины до сих пор покрывают Федорчука. Нам и многочисленные обращения... А кто сам из вас, с вашей точки зрения? Есть непосредственные начальники. Я отмечу, что Федорчук работает в департаменте контрразведки. Начальник департамента контрразведки, начальник управления военной контрразведки, в которой работает Федорчук, и, естественно же, нынешний председатель службы безопасности Украины. Я думаю, что он это сделал по незнанию вопроса, однако мое обращение к нему непосредственно лично было перенаправлено на начальника управления, в котором работает Федорчук, и, естественно же, мне ответили, что ничего не знают о том, что Федорчук 2 года привлекается к уголовной ответственности. И это еще одна... А вот просто, если зайти на сайт суду, там немає информации. Есть информация. Более и все одно не бачить. Да, более того, прокурор военный, который поддержит обвинение в данном производстве, неоднократно обращался в службу безопасности Украины и уведомлял службу безопасности Украины о том, что привлечению к ответственности подвергается их сотрудник, майор Федорчук. Однако это не помешало майору Федорчуку не только удержаться на службе, но и продолжать нести службу, иметь доступ к государственной тайне и к табельному оружию. Именно это и обуславливает следующий момент, а именно осуществление серьезных препятствий к осуществлению производства в данном уголовном деле в суде.
Я отмечу, что обвинительный акт в отношении Федорчука, которого обвиняют уже в совершении убийства с особой жестокостью предварительно похищенного человека и в превышении служебных полномочий, то есть часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины. Так вот, обвинительный акт был передан в Дружковский городской суд в октябре 2017 года, и с тех пор 2 года суд рассматривал данное производство. 23 заседания было назначено, из них состоялось только 8. Все это время Федорчук находился на свободе, и прокуратура не обращалась в суд с ходатайством об изменении ему меры пресечения. Ну, тут 2 года, 8 судовых заседаний. Да. Это абсолютно всех устраивало. Абсолютно всех устраивало. Одно заседание десь 3 месяца. Получается, да. Одно заседание где-то в 3 месяца. Еще навіть нема вироку першої інстанції. Нет, конечно. Более того, мы начали процедуру рассмотрения данного производства сначала. В связи с чем? При ознакомлении с материалами, когда я принял для себя решение представлять интересы потерпевших, а это мама погибшего и брат погибшего, ознакомился с материалами производства и вскрылась ситуация, по которой было очевидно, что суд для рассмотрения данного производства был избран незаконно, с определенными манипуляциями при автораспределении. После этого был заявлен сразу же отвод. Дружковский городской суд этот отвод удовлетворил, и дело через Донецкую апелляцию попало в Краматорский городской суд. И здесь началось самое интересное. Я отмечу, что на протяжении 2 лет Федорчук даже не удосужился ездить заседания Дружковского городского суда для того, чтобы участвовать в процессе. Он все это время наблюдал за процессом из здания Соломенского районного суда города Киева, поскольку суд ему разрешил принимать вот участие по видеоконференции. Вот 8 заседаний, я так понимаю. Да. Ну, то есть справу затягивают. Ну, абсолютно. Нереально. Таким чином вырок можно утримать років через 10. Дело в том, что по данным статьям, которые инкриминированы Федорчуку, привлечение к ответственности может происходить на протяжении 15 лет. Из этих 15 лет 2,5 года успешно потрачены без каких-либо последствий для Федорчука. И я полагаю, что судебная система в Украине при содействии Службы безопасности Украины, при попустительстве военной прокуратуры имела намерение протянуть это производство как можно дольше для того, чтобы в течение 15 лет не привлечь человека к ответственности. И на этом все. Я считаю, что мы осуществили определенные мероприятия в Краматорском городском суде. Я не позволил просто так проводить заседание в режиме видеоконференции. Вчера был заявлен отвод, он удовлетворен. И сейчас будет сформирована новая коллегия судей для рассмотрения данного производства. Я считаю, что обязательно в ближайшее время будет сформирована новая коллегия и обязательно будет рассмотрено наконец-то ходатайство об изменении меры пресечения Федорчуку, которое подала уже военная прокуратура, понимая, что резонанс в данном производстве будет серьезным. Мали право судьи за насильницькі злочини вносити суму застави? Чи у них юридично таке право є, чи нема? Юридически есть право у суда не определять размер залога по насильственным преступлениям. Именно так и указано в статье 184, не визначати розмір застави. Но, опять же, идет конкретная норма закона, что в данном случае, если определяется залог по насильственному преступлению, суд обязан определить и указать, и мотивировать, почему он дает конкретную сумму залога, почему в таком размере, и какие обстоятельства для него были важны при определении альтернативной меры пресечения. В данном случае мы видим в определении просто строчку. Вы, значит, размер заставы 308 тысяч гривен. И в частной беседе с Малибогой он сказал мне, что мне конкретно угрожали, и светили тут и погонами, и оружием. Он говорит, я сделал то, что мог. Судьба, дальнейшая судьба господина Малибоги, она незавидна. Он сам в скором будущем был пойман на взятке, и сейчас уголовное производство в отношении него тоже рассматривается в суде. Есть определенные нюансы, однако это все не имеет значения. Мы говорим о том, что уже на протяжении более 2,5 лет не можем начать. Зрозуміло. А вот як конкретно, за что саме вбили всю людину? Тобто, я так розумію, що там якась комерція була, чи просто хотіли там
Украину від Путіна захистити? Ні. Ну, тобто, які обставини? За що? Абсолютно битова ситуація. Значить, в обвинительном акте чітко указано, що майор Служби безпеки Федорчук з цілею искусственного наращивания показателей борьбы с незаконным оборотом наркотиков подошел к ранее незнакомому ему Еремину и предложил за небольшие деньги продать ему наркотическое средство, а именно каннабис. Через некоторое время Еремин предоставил ему такое средство, был тут же по обстоятельствам дела задержан Федорчуком, помещен в соответствующий автомобиль и вывезен за пределы города. Дальше Федорчук, наверное, хотел поработать с Ереминым относительно того, кто тебе дает эту траву, где ты ее даешь, хранишь, где ты ее достаешь. Но работал, видать, так серьезно, что просто забил его ногами до смерти. Поэтому в обвинительном акте изложены обстоятельства производства и обвинения. Федорчук сначала давал показания о том, что он в данный день, когда произошло убийство, вообще находился в другом месте. Однако есть биллинги телефонов, есть показания свидетелей, которые говорили, что Федорчук пытается уйти от ответственности и предоставлять правдивые показания. В результате чего он просто отказался в дальнейшем давать какие-либо показания, и сейчас мы не знаем его показания. Зрозуміло. А ось ще таке питання. Ми розуміємо зараз, що обмін, процес обміну полоненими, він так от нещодавно відбувся, і, але це не обмін всіх на всіх. І от з вашої точки зору, скільки ще людей знаходиться у в'язницях, які підготовлені до обміну? Я так розумію, що цей обмін не останній, і залишився ще хтось з політичних в'язнів, які зараз знаходяться у в'язницях українських. Ну, обмін, який мав місце 29 декабря 2019 року, дійсно не останній. Будем говорить так, крайний, потому что, наверное, будут еще процедуры обмена. Эти процедуры обмена показывают волю сторон к, наверное, к сближению и к решению, как минимум, гуманитарных вопросов, потому что и с одной, и с другой стороны удерживаются лица, удерживаются они в том числе и на территории Луганской и Донецкой народных республик зачастую необоснованно. И на территории Украины они содержатся тоже зачастую необоснованно. Люди пытаются вернуть удерживаемых лиц друг другу и прекратить в отношении них определенные уголовно-правовые процедуры. На территории Украины, если верить словам бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, около 2000 лиц привлекались к уголовной ответственности именно по статьям, которые мы наиболее часто привыкли называть политическими. Это государственная измена, это попытка изменения конституционного строя, это захват государственной власти. Терроризм. Да, участие в террористических организациях. По этим статьям порядка 2000 человек. Я думаю, что, конечно же, фактическое количество людей значительно меньше. Мы не можем говорить о тысячах, но я думаю, что о сотнях мы можем говорить. На территории Украины, я думаю, что порядка 2-3, может быть, 4 сотен человек еще привлекаются по таким статьям и именно находятся под стражей. А от якщо подивитись на ситуацію трохи з іншого боку, я був у в'язниці і мені 3-4 місяці проходить, і приходить прокурор і питає, ну що, якщо тобі вже досить, то можеш піти на обмін і будеш дуже скоро на свободі, але десь там, але ти можеш потім повернутися і так само. Тобто я відмовляв. А я розумію, що дуже важко відмовити, тому що чи в'язниця, чи свобода. І ти свідомо фактично залишаєшся у в'язниці увесь цей час. Я ж 2 роки і 3 місяці провів у СІЗО і... Мені говорили, що якщо ти в списку обміну, ми тебе, в принципі, апріорі не відпустимо. І навіть коли я відмовлявся всі ці роки, я все одно залишався в списку обміну. І мені потім доводилося у суді, у прямому ефірі, не раз на камеру висловлюватися за те, що
видаліть мене з усіляких списків, щоб мене там апріорі не було, тому що це заважає кримінальними справами, тому що судді не можуть тоді об'єктивно приймати рішення. І я чітко розумію, що людина, яка знаходиться у СІЗО, можуть її внести в цей список чисто СБУшники. Вона навіть не буде знати про те, що вона десь в якомусь списку. І таким чином судді будуть її просто автоматично залишати у тюрмі. Що робити з такою ситуацією, коли просто якщо СБУшники розуміють, що сфабрикували справу, їм потрібно здати цю людину на обмін, і вони її свідомо вписують у ці так звані списки обміну і якимось чином лобіюють, щоб з тієї сторони її цю людину забрали? Ну, здесь стоит отметить тот факт, что человек, попадая в списки на обмен, не делает это самостоятельно. Вот только с недавнего времени стороны пытаются уточнить мнение непосредственно того человека, который находится в списке на обмен. Непосредственно ко мне обращались неоднократно представители и Луганской, и Донецкой Народной Республики с той целью, чтобы я здесь, на территории Украины, имел возможность получить мнение тех или иных ребят, которые содержатся по страже, чтобы я имел возможность выйти с ними на связь и уточнить, они действительно хотят принимать участие в обмене или нет. Я отмечу, что вообще в политически мотивированных делах судьям очень тяжело вынести объективное решение. Поэтому мы на протяжении последних 5-6 лет наблюдаем, как в делах по обвинению людей в совершении государственной измены или в участии в террористической организации, судьи стараются либо не рассматривать данное производство и просто автоматически продлевать меры пресечения, либо рассматривают данное производство достаточно нединамично и опять же дают возможность сторонам договариваться и каким-то образом принимать участие в обмене. Либо рассматривают такие дела и навешивают ну, просто колоссальные сроки, колоссальные термины, и дальше люди отправляются в апелляцию и опять же уже перекладывают ответственность первой инстанции на апелляцию. А вот все-таки питання щодо обміну. Всі ми розуміємо, що от ми бачимо, як працює Служба безпеки України. Якщо зайти просто на їх YouTube-канал, то там ми затримали якогось там адміністратора соціальних мереж, так і інше. Тобто все одно цих людей, яких от СБУ затримує для того, щоб отримати зірочки на, чи як там, ромашки вже, на погони, вони це роблять для кількості. І фактично це все робиться для того, щоб у СІЗО цих людей поламати, щоб вони признали свою вину і таким чином, щоб в них був показник, що вони Путіна побороли в Україні. Якщо ми будемо дивитись на цю ситуацію об'єктивно, в нас ніколи не буде обміну всіх на всіх, тому що ця машина продовжує працювати, я маю на увазі СБУ, і такі політичні справи, вони будуть траплятися і надалі. І тут питання часу, коли буде новий список людей на обмін. З вашої точки зору, що з цією проблемою робити? Як цю машину зупинити, щоб на державні, наприклад, Зеленський, щоб він, в принципі, зрозумів, що це і яким чином зупинив це? Ну, на самом деле, достаточно четко данная проблема решается путем имплементации минских договоренностей, минских соглашений, одним из пунктов которых является амнистия участников конфликта на Юго-Востоке, в том числе и всеобъемлющая амнистия относительно тех людей, которые привлекаются к ответственности, исходя из политической мотивации. Вот, например, тот же Василий Муравицкий, мы четко понимаем, что это политически мотивированное дело. Да, много таких сейчас политически мотивированных дел, по которым люди уже вроде бы находятся на измененных мерах пресечения, однако производство в отношении них все равно происходит. Ну, у меня такая самая ситуация. Абсолютно правильно. Косаба. Ну, да, дуже багато да, людей. Абсолютно правильно. В данном случае мы должны говорить об амнистии, но если Минские соглашения указывают о амнистии участников конфликта, то в данном случае, наверное, у власти должна быть воля, политическая воля к прекращению преследования тех людей, которые имеют свое мнение, отличное от мнения государственной политики партии, понимаете? Вот и все. В данном случае я считаю, что это просто банальное прекращение уголовного преследования. А от ще таке питання. От ви, я знаю, що дуже багато справ політв'язнів вели, можливо, ведете ще. І от як ви їх відрізняєте від людей, які дійсно
зробили якісь тяжкі злочини, яких СБУ затримало, ну, мабуть, з об'єктивних причин. Як ви відрізняєте політичного від неполітичного? В каждом уголовном производстве, чем и отличается процесс привлечения человека в уголовном, к уголовной ответственности, он отличается тем, что орган власти в лице органа досудебного расследования и в дальнейшем в лице публичного обвинителя должны четко не только суду, а и общественности указать, за что, за конкретно какое фактическое правонарушение данный человек привлекается к ответственности. Практически во всех уголовных производствах, конечно же, предъявляют обвинения, считая, что фактические доказательства совершенного правонарушения есть. И моя задача в данном случае, как защитника, говорить об обратном и пытаться доказать обратное. Но не всегда это получается, и в политически мотивированных делах достаточно просто увидеть отсутствие состава правонарушения. Вот если мы говорим о серьезном политическом процессе над бывшим министром здравоохранения Автономной Республики Крым Петром Семеновичем Михальчевским, доктором с 35-летним стажем медицинской практики, который в Автономной Республике Крым занимался всего лишь тем, что обеспечивал деятельность гражданских больниц, обеспечивал население лекарствами. За это полтора года провел в следственном изоляторе, и прокуратура АРК абсолютно целенаправленно и абсолютно осознанно предъявляла обвинение Петру Семеновичу в совершении государственной измены. Но только уровень подготовки прокуроров, к сожалению, сейчас настолько низок, что эти люди даже не знают, что в соответствии с международными конвенциями 49-го года врачи не подлежат ответственности за осуществление своей медицинской деятельности даже на оккупированных территориях и даже во время международных... И все равно півтора роки людина провела. Абсолютно правильно. Причем уже достаточно во взрослом почтенном возрасте и достаточно тяжело Петр Семенович переживал свое пребывание в следственном изоляторе, но я четко, когда взялся за это дело, я четко понял, что здесь абсолютно отсутствие состава преступления, причем оно антигуманно даже по отношению к человеку, который является доктором, содержать его по страже, по таким обвинениям, ну это просто бред. В политических процессах достаточно четко увидеть отсутствие состава преступления и вот эту вот большую канву, которую наворачивают сверху, что вот есть какие-то доказательства, которые по сути не являются доказательствами именно в правовом смысле. А от я подивився на Службу безпеки України, як вона працює на власному досвіді. Але я думаю, що ви більш часто з ними стикаєтеся у судах з справами, які вони фабрикують, там вони ще готують, які прокурори просто от представляють. От з вашої точки зору, після Майдану, наскільки змінилася Служба безпеки України, в яку сторону і чи не переслідує Служба безпеки тих людей, які відмовилися від того, що брати участь у так званій там революції гідності, такі іншим цим процесам, хто називає революція гідності, хто називає державний переворот. От з вашої точки зору, є такі процеси, коли колишніх співробітників Служба безпеки сама переслідує зараз після всіх цих подій? Ну, на моїй практиці нету конкретных случаев, когда представители службы безопасности Украины занимаются своими же бывшими сотрудниками. То есть я не участвую в данных процессах. Но хочу сказать, что я защищаю двух генералов службы безопасности Украины. Это генерал Щеголев и генерал Бик, которые конкретно пострадали от того, что имели свое личное мнение относительно происходящих событий на Майдане в том числе, и которые действовали в соответствии с требованиями закона в те моменты, в те дни. Правда, их дела расследовала Генеральная прокуратура, Департамент специальных расследований Горбатюка, а не Служба безопасности. Я считаю, что Служба безопасности, сама Служба безопасности Украины, к сожалению, находится не на достаточно высоком уровне. К сожалению, следователи Главного следственного управления, да и управлений, которые находятся под территориальным образованием, зачастую выполняют руководящие указания своих начальников.
и не боятся понести ответственность за то, что они делают. К сожалению, это имеет место быть. Я бы хотел, чтобы в службе было больше офицеров именно с честью и достоинством. Но, к сожалению, сейчас у каждого сотрудника службы безопасности честь и достоинство определяется его начальником. Хотя я должен отметить, что я со многими следователями общаюсь и по работе сталкиваюсь. Есть люди, которые действительно профессионалы своего дела. И более того, я скажу, что на протяжении вот этих последних 6 лет я принимал участие в уголовных производствах, по которым действительно следователи собирали серьезную доказательственную базу в отношении моих подзащитных. А от я все ж таки розумію, якщо ви захищаєте людей, які у судах сторону, ну, таким чином, що співробітники СБУ ще під слідством знаходяться. Я розумію, що політичних в'язнів, щоб вести в кримінальному провадженні, теж це дуже небезпечна справа. От з вашої, от скажіть, вам погрожували, які ще дії робили для того, щоб ви не займалися, в принципі, справами політв'язнів та щоб не заважали Службі безпеки України працювати та Генеральній прокуратурі та іншим правоохоронним органам? Ну, я могу сказать о том, что неоднократно я подвергался нападениям, и, наверное, это известный факт со стороны про националистических организаций, представителей радикальных формирований. Я так понимаю, что именно моя гражданская позиция и моя профессиональная деятельность не дают покоя некоторым радикальным элементам, и они таким образом выказывают мне свое уважение. Более того, достаточно серьезно я воспринимаю тот факт, что в конце позапрошлого года мой автомобиль был уничтожен прямо на стоянке в подземном паркинге. Я долгое время достаточно... Ну, знищенный, мы войны спалили автомобиль? Да, да. Сожгли автомобиль, и достаточно показательно было, что даже по этому факту не было возбуждено уголовное производство. Я, по сути, был оставлен сам наедине со своей проблемой. После этого было принято решение, я пользовался достаточно долгое время услугами охранного предприятия. Сейчас мою безопасность также обеспечивают представители охранных структур. Но это, наверное, тот момент, который, производственный момент, который ты должен всегда иметь в виду, занимаясь вот такими уголовными производствами, как политически мотивированные дела. А от з вашої точки зору, от якщо ми подивимося, ну дуже багата кількість таких фейкових кримінальних справ, де нема фактично не доказової бази, просто якийсь от політичний мотив. Це все фабрикується для того, щоб отримати більше зірочки там чи квіточки на погони, чи все ж таки це вказівки з високих владних кабінетів, які вони просто вимушені виконувати? Да, стоит отметить, что система контроля за деятельностью тех же следователей или тех же управлений досудебного расследования, она же остается еще с прошлого века, палочная система так называемая. Нужно отчитаться по конкретной каждой статье, по количеству привлеченных к ответственности. Поэтому мы имеем абсолютно зачастую достаточно слабо мотивированные в плане доказательной базы дела, которые вот... Следователи провели работу, предъявили подозрения, оформили материалы и отправили в суд. А дальше это уже дело суда, как он будет рассматривать данные производства. Поэтому, скорее всего, что это вызвано именно старой системой учета. Ну, а вот зараз, если мы подивимся на систему, то вот сейчас новый глава Баканов. От его изменит Служба безопасности, чи він изменит Службу безопасности Украины, от вашей точки зрения? Я считаю, что новый председатель Службы безопасности Украины никоим образом вообще не повлиял на ее деятельность. Мне кажется, что он и не может повлиять, потому что он недостаточно решителен в своих действиях. Более того, вот на примере дела Федорчука личное мое обращение письменное с указанием соответствующих моментов и фактических материалов, которые
было адресовано Баканову, почему-то было спущено на тормоза. Решение по нему управленческое не принято. Хотя для Баканова, я считаю, это был бы очень интересный момент и очень интересный шаг по наведению порядка в Службе безопасности Украины. Я также отмечу, что и, к сожалению, и генеральный прокурор Руслан Рябошапка тоже не оправдывает доверие, которое возлагалось на президента в первую очередь, который его кандидатуру представлял. Потому что его деятельность точно так же не соответствует тем ожиданиям, которые были у людей, голосовавших за и партию «Слуга народа», и за Владимира Александровича Зеленского. Потому что мы видим отношение практически личное Руслана Рябошапки к такому персонажу, как Сергей Стерненко. Он принимал его лично, они с ним о чем-то общались. И мы видим абсолютное отсутствие желания у господина Рябошапки увидеться с мамой погибшего, убитого Олеся Бузины. Ну как это? Зачем так делать? Я для себя принял решение такое, что, к сожалению, надежды не оправдались. И вот эти руководящие кадры, которые были расставлены, возможно, это даже расстановка не нашего президента, а, возможно, по чьей-то просьбе банальные назначения. У нас є така дійсно проблема грантуїстських цих організацій, коли люди отримували певні кошти за кордону, там, з невизначених джерел, і фактично займалися якимись там проектами, підготовлювали документи, таке інше. Але зараз ми бачимо, що ще при Порошенку цей тренд починався. Тоді ми багато людей бачили з-за кордону, навіть які в нас займали державні посади дуже високі. Зараз цей вплив ще посилився. Тобто ми бачимо, що ще більше стало цих представників грантівських так званих фондів, організацій. От з вашої точки зору, який саме от вплив їхній на правоохоронні органи, на правоохоронну систему і на країну в цілому? Тому що ми розуміємо, що і пан Рябошапка, і прем'єр-міністр, і дуже багато, в принципі, там, і навіть Укроборонпромі в нас зараз керує людина з громадянством не України. К сожалению, это имеет место быть, но я не могу выразить какое-то свое сложное по этому поводу мнение, потому что я не изучал деятельность организаций, которые получают финансирование из-за рубежа. Я могу предположить, что представители таких организаций, почему они находятся во власти и почему они привлекаются во власть, потому что, наверное, они более подготовлены к участию в различных процессах, различных громадских радах при органах власти. Да? Наверное, они более активны в своей позиции. И учитывая то, что партия «Слуга народа», да, правящаяся, по сути, сейчас большинство имеет в Верховной Раде, не готова была, ведь, по сути, партия «Слуга народа» не готова была ни потенциально кадрово, ни профессионально занять и представить своих лиц на руководящие должности и в определенный аппарат, и в государственные органы. Возможно, эта проблема отсутствия кадров решается именно за счет таких вот организаций. Не, естественно, не без участия содержателей таких организаций, то есть, если мы говорим, да, о Соросе, либо о других лицах, которые имеют достаточно серьезные финансы и через посредством своих организаций влияют на формирование управленческого персонала в государстве в целом. Ну, тут это фактично такий кадровый резерв, который готовили очень долго, а сейчас просто не было альтернативы, просто, чтобы эти люди, чи они не заходят, чи заходят они, чи никто, я правильно понимаю? Я думаю, что да, и, к сожалению, мы видим, что серьезно серьезных кадровых перестановок, которые бы свидетельствовали о воле людей, да, которые руководят органами государства, и о их позиции жесткой, мы не видим. Ну, наверное, это проблема, как говорится, кадры решают все, наверное, это проблема отсутствия кадров и отсутствия своих кадров у партии «Слуга народа». Это, к сожалению, большая проблема. Ще якщо повернемося до теми так званого обміну, от є така процедура юридичного очищення. Тобто я знаю, що є певна кількість людей, яким просто змінили міру запобіжного заходу, але кримінальні справи нікуди не зникли. Да. Це ж, до речі, ж громадяни України, і вони хто на непідконтрольній території, хто до Росії поїхав. І от яким чином їм бути? Тобто справи не закриті, якщо вони зараз приїдуть назад, їх просто
повинні, я так розумію, правоохоронці арештувати. Що, який шлях цих людей от у майбутньому і чому саме от така ситуація, як це врегулювати у якомусь правовому полі? В даному випадку я хочу звернути увагу на те, що я неодноразово говорив і відкрито заявляв про те, що те лица, которые готовятся к участию в обмене, должны для себя в первую очередь решить, какая будет их дальнейшая судьба и какая их позиция по уголовному производству. Я говорил о том, что в уголовных производствах можно заключать соглашение о признании вины. Но многие люди, которые привлекаются к ответственности и считают себя невиновными, приняли решение не заключать соглашение о признании вины, им поменяли меру пресечения, потому что их нужно было представить к обмену. В итоге они были обменены, дела сейчас приостановлены. По многим мы ожидаем, что люди вернутся и будут участвовать в процессах. Естественно, тут каждый сам решает. Я могу сказать на своем примере. Я защищал Дарью Мастикаш, гражданку Украины, в достаточно громкие процессы. Мы видели, что председатель службы безопасности тогда Василий Грицак показывал видео, где она признавалась, однако потом не смог предоставить мне, как ее защитнику, это видео, где оно снималось, когда и при каких условиях. Мы видим, что Дарья Мастикаша подвергалась пыткам и насилию. Однако 2,5 года длился процесс. У Дарьи здесь находится несовершеннолетний ребенок, определенное имущество. Во время обыска было изъято определенное имущество у Дарьи. И когда мы готовились к обмену, я предложил Дарье пойти по пути именно заключения соглашения о признании вины. Ладно, Украина, вы считаете, что я государственная изменница, я подписываю с вами соглашение о признании вины. В итоге Дарье засчитали срок отбывания под стражей в назначенное наказание, вынесли приговор. Мы надеемся, что он сейчас в скором будущем вступит в силу, и она сможет вернуться к своему ребенку, к своей маме, забрать свое имущество и жить в Украине без каких-либо претензий со стороны государства. Те ребята, которые покинули Украину по результату изменения меры пресечения, конечно же, сейчас стоят перед очень тяжелым выбором. Потому что если они не вернутся, дела в отношении их будут приостановлены, они объявлены в розыск. И мне кажется, что это еще один шаг в сторону той амнистии, которая должна быть принята. Потому что люди, которые отбывали в следственном изоляторе, вы об этом знаете не понаслышке, не хотят возвращаться в эти ужасные условия ни за что. То есть не будучи действительно преступниками. И поэтому мне кажется, что процент возврата будет очень небольшой. Мы, кстати, можем посмотреть на дело киевского «Беркута». Ребята, которые практически 6 лет отсидели в СИЗО и теперь наконец-то получили свободу. Я не думаю, что они будут возвращаться сюда, видя то, как им меняли меру пресечения 27-28 декабря. То есть, видя абсолютный абсурд, я думаю, что не стоит опять играть в украинское правосудие вот на том этапе времени, на котором мы сейчас находимся. А вот поясніть мені ще таке питання. От є у нас пенітенціарна система, яка теоретично повинна людей ставити на якісь добрі напрямки, щоб вони ніколи не попадали в ці місця. Зараз, ну я конкретно розумію, що, мабуть, перебування в наших українських СІЗО і смертна кара – це, ну, в принципі, рівнозначні десь поняття, тому що умови настільки жахливі, що назвати їх людськими просто не повертається язик. От, чому саме така ситуація у нас в Україні? Чому у нас в СІЗО гірші умови, ніж у тюрмі, коли людина отримала вже вирок і признала цей вирок там, на рівні умовно-касаційної інстанції? Чому так сталося? Мне кажется, что здесь решающую роль имеет проблема финансирования. Дальше, наверное, идет проблема тотального разворовывания полученных средств на обеспечение условий содержания людей в предварительного заключения и содержания под стражей. Ну и, естественно же, отношение непосредственно общества к тем, кто находится под стражей, кто содержится в СИЗО. Абсолютно люди брошены сами как бы на произвол судьбы. Мы знаем, что попадание человека в следственный изолятор – это большая проблема для родственников. Это обеспечение сразу же нужно делать и продуктами питания, и минимальными средствами медицинскими. Я подраховував десь там 5-7 тут рівно
як мінімум, щоб людина там не померла з голоду чи від нестачі якихось там медикаментів, та якщо, не дай Бог, захворіла. Абсолютно правильно. Ну і це, розумієте, це традиція. К сожалению, это традиция. То есть человек, получающий предварительное заключение, то есть получающий меру пресечения в виде содержания под стражей, по сути, списывается уже и органам досудебного расследования, и зачастую судьи, проводя по предварительному расследованию процессуальные мероприятия по продлению меры пресечения, зачастую не беспокоятся о судьбе человека, который находится под стражей. И мы видим, что чаще продлевают меру пресечения в виде содержания под стражей, нежели ее меняют. Конечно же, речь идет о том, что да, человек может содержаться под стражей, но он же должен в этом случае оставаться человеком, он не должен быть унижен. Все, что должно делать государство, это забирать у него свободу, либо временно, либо там по уже приговору суда на определенный срок. Но только свободу, а не достоинство человека. Мы, конечно же, условия содержания в СИЗО и во многих СИЗО просто кошмарные. Вот сейчас проверка будет Харьковского СИЗО, там просочилась информация о том, что людей пытали. Издевались над ними. Это стандартная ситуация. Да, ну, к сожалению, это имеет украинских СИЗО. К сожалению, это имеет место. Я думаю, что здесь нужно конкретное отношение человеческое к тем узникам, которые там содержатся. А вот с вашей точки зрения, чи правильно будет идти так лібералізувати напрямки от щодо СІЗО, так і інше. Тобто дозволити, наприклад, елементарні там, мультиварки, мобільні телефони. Воно, в принципі, і так там десь є, десь немає. Але просто на цьому спекулює дуже часто адміністрація місць тримання. І от з вашої точки зору, якщо не може забезпечити держава людських якихось умов, то, можливо, якимось чином треба законодавство зробити, щоб люди там самі собі могли робити ті умови, в яких вони хочуть жити. Ну, і ще, як розумію, якщо там людину тримають, то це не місяць, то там ще по року сидять, по 5 років, по 7. Да. У нас кримінальні справи, ну, дуже багато таких є варіантів, коли починається спочатку, розглядаються там 2-3 роки, це, і людина просто сидить і все. Я вважаю, що все-таки у школь государства принял решение относительно ограничения свободы передвижения человека, значит, государство должно обеспечивать надлежащие условия его содержания в месте предварительного заключения. И поэтому, конечно же, разрешить пользоваться мобильными телефонами или пользоваться определенными бытовыми приборами можно, но каждый захочет свое принести. И учитывая то, что это все-таки определенная специфическая ситуация, в которой люди находятся, я думаю, что здесь нужно просто выполнить государству свои обязательства перед человеком. Организовать и обеспечить ему условия пребывания. Это на самом деле не так трудно. Просто деньги, которые выделяются, они, во-первых, очень маленькие, а во-вторых, они беспощадно воруются. А организовать порядок в Киевском СИЗО, в Николаевском СИЗО, в Артемовском СИЗО нет никаких проблем. Но вот эта вот тотальная коррупция и отношение к тем людям, которые содержатся, вот, ненадлежащие, оно, конечно же, превалирует, и мы пока ничего не можем с этим сделать. А вы стыкались с на вашей практике с тем, что ваши підзахисні, которые находились у СИЗО, серьезно хворіли? Тобто я знаю, что там медичні заклади у цих установах, ну, дуже на низькому рівні, і якщо потрібно якусь клініку виїхати, ну, це практично неможливо, і у людини, по суті, немає вибору, чи померти тут, чи якимось чином через суд, така ж дуже складна процедура. Як зараз це? От поясніть для телеглядачів, щоб було зрозуміло, яка зараз процедура, якщо людина захворіла чимось важким, її потрібно вивезти кудись до лікарні, яка процедура цього? Значит, если человек тяжело болен в условиях следственного изолятора, он может вызвать скорую помощь.
И тут однозначно нужно работать со своим защитником. Я знаю на моей практике... Там просто немає можливості викликати, потрібно там звертатись да, до адміністрації. Да, в данном случае однозначно минимальная медицинская помощь на территории следственных изоляторов, она присутствует, есть фельдшер. Мы понимаем тоже отношение не всегда надлежащее, но в данном случае это попытка связаться с внешним миром, со своим защитником, либо с родственниками, дать определенный сигнал, если идет обострение какого-то хронического заболевания, то, естественно же, требовать получения медицинского обслуживания более высокого уровня. Как процедурально это делается? В основном защитники, либо те люди, которые находятся, обращаются в суд, если они находятся на предварительном заключении, обращаются в суд, и просят суд, мотивируют суд вынести определение, которым разрешается вывоз человека для получения медицинской помощи. Иногда это делается и при помощи следователей, которые ведут досудебное расследование. Они тоже могут дать определенное распоряжение, и человека вывозят получать медицинскую помощь. Проблема здесь заключается в том, что не каждое медицинское учреждение может обеспечить соответствующие условия для того, чтобы была охрана у этого человека, потому что он, выбывая из мест предварительного заключения, все-таки должен находиться под конвоем, который будет следить за местом пребывания данного человека. На моей практике суды зачастую идут навстречу таким людям. И если мотивированное подается ходатайство в суд и мотивированная жалоба в суд по 206 статье, это нарушение непосредственно прав человека, суды такие жалобы удовлетворяют и обязывают органы досудебного расследования обеспечить медицинское обслуживание надлежащего уровня. А вот еще такое питание. Вы защищали людей как при режиме Порошенко, так и при Зеленскому. Что изменилось? Есть какие-то послабления или погоршение ситуации? С вашей точки зрения? Я однозначно могу сказать, что есть улучшение ситуации, и многие из моих политических подзащитных в политических процессах получили свободу именно в результате изменения как политической обстановки, так и действий, которые были осуществлены Конституционным судом, который признал безальтернативное содержание по страже абсолютно неконституционным. Я думаю, что при Порошенко, сейчас это, наверное, в тренде говорить, при Порошенко такого не было бы. Поэтому я считаю, что судьи вздохнули с облегчением, потому что тот прессинг и то давление, которое они испытывали последние 5 лет, он, наверное, был беспрецедентным. Некоторые из судей, может быть, делали это с личным удовольствием, но это на их совести пусть остается. В основном с теми людьми из судейского корпуса, с кем я общался, в основном... Я слышал, что было очень тяжело вот эти 5 лет правления Порошенко выживать и работать нормально, оставаться при этом нормальным человеком. Наша программа добегает кінця. Я дякую тому, что вы пришли до нас до эфира, розповіли дуже багато цікавих речей. Тому в нас в програмі був Валентин Рибін, адвокат. Це була програма «Без протоколу». З вами був я і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!